Сегодня газета СП отправилась по отдаленному адресу, улица Белякова, 5. Мы решили посмотреть, какие же проблемы, достояния есть именно у этого двора. Сразу отметим, что этот дом не находится на обслуживании ЖКХ. Местные жители рассказали, что благоустройством двора они занимаются лично. Давайте же посмотрим, что именно они делают для своего двора. Самое большое достояние этого двора – беседка, которую местные жители сделали для своего отдыха. По обе стороны от беседки находятся две скамейки, на которых также можно отдохнуть. Еще одной гордостью этого двора стал цветочный сад, который соседи выращивают сами. Разнообразие цветов может удивить залетных прохожих. А это местный розариум. А это местные каучуковые арт-объекты. По сравнению с некоторыми другими дворами, в которых уже успела побывать СП, состояние дороги здесь хорошее. У нас канализация, и канализация связана с садиком. Там фаянсовые трубы стоят от Советского Союза, они давно пробиты. И вот в садике как забивается, у нас плывет дом. Идет дождь, вода вся идет ко мне во двор. Угу. Я несколько раз звонила туда, в Приморию, в прошлом году, позапрошлом, купите лодку. Что отвечаю? К сожалению, первая и очевидная проблема, с которой мы столкнулись – отсутствие нормальной игровой площадки для местных детишек. Среди травы мы обнаружили старую песочницу, в которой, очевидно, играть совершенно неудобно. Еще один старый игровой элемент, который совершенно не подходит для современных детей. Создается ощущение, что в этом дворе живут одни флористы и садоводы. Несмотря на то, что этот дом не находится на балансе ЖКХ, входные группы оставляют желать лучшего. А это приподъездная урна для мусора. Во дворе есть несколько парковочных мест. Однако это не мешает местным жильцам парковаться так, как они хотят. Сам по себе двор на улице Белякова, 5, очень маленький, но очень уютный. Есть, правда, несколько недочетов, о которых мы рассказали сегодня в нашем репортаже. Ну а вы подписывайтесь на нас, ставьте лайки и пишите в комментариях следующий адрес, на который стоит приехать.